Йонас Залдо и Дмитрий Суханов. Спортивная пара. Очень известные фигуристы в профессиональном фигурном катании, в профессиональных шоу. Дмитрий известен и как российский фигурист. Он катался в группе Тамары Николаевны Москвиной. Он катался в паре с Евгенией Чернышовой. Был чемпионом мира. Катался с Оксаной Казаковой. А вот с Фионой они познакомились на одном из спортивных семинаров. Он приехал в Великобританию, познакомился с этой фигуристкой, которая каталась в одиночном катании. И выбрала ее как партнершу для выступления в профессиональных шоу, в профессиональных соревнованиях. Эту пару отличает очень хорошие легкие поддержки, интересные, сложные. Обратите внимание, как он легко их исполняет на хорошем ходу. Они участники многих профессиональных соревнований фигурным катанием и участники многих-многих шоу. Мужчина мечты, Яне. Музыкальное сопровождение. Посмотрите, какая сложная, интересная поддержка на одной руке. Очень интересный баланс у партнерши. Очень уверенно они катаются, очень уверенно исполняют сложнейшие поддержки. Интересный переход, конечно, очень интересный сложный переход. Весь номер забилует очень сложными поддержками, сложными переходами. Партнер очень уверенный, конечно, очень сильный. Есть физические техники у него замечательные, Дмитрий. Смотрите, еще одна сложная поддержка. Сейчас, наверное, будет вращение в этой поддержке. Посмотрим, да. Да, вращение. И вот обратите внимание, очень сложный сейчас будет переход. Да, я угадал, действительно, уникально. Посмотрите, насколько это уникально. И мягкая, мягкая, нежная концовка. Прекрасное выступление. Всегда зал взрывается аплодисментами после их выступления. Всегда это нравится, это сочетание прекрасные костюмы, прекрасная постановка. Замечательное музыкальное сопровождение и, конечно, не менее прекрасное, хорошее исполнение. Да, Дмитрий Суханов в паре завоевывал и Кубок России завоевывал. И был чемпионом мира среди юниоров. Так что довольно опытный фигурист. Вот, они очень много выступали во всех профессиональных шоу. Долгие годы выступали в Holiday on Ice, американском профессиональном балете. Выступали на, как соревнования, на английских соревнованиях профессионалов, профессиональных фигуристов.